полицию города Якутска обратилась владелица ювелирного магазина. Она сообщила, что около 5 часов вечера в торговом центре по улице Орджоникидзе неизвестный мужчина похитил дорогостоящее звенья для браслетов известного бренда. Общая сумма ущерба составила около 1 000 000 рублей. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе оперативных мероприятий с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер 2 МУМВД России Якутская по горячим следам в районе Крестьянского рынка задержан ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина, подозреваемый в совершении хищений. Находился в ТРК «Примана», зашел, взял браслеты, вышел. Да, конечно, был в состоянии алкогольного опьянения. При личном досмотре у мужчины полицейские обнаружили похищенные драгоценности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.